4 ноября. Так, подожди, сейчас 18:48 по Киеву, 4 ноября, 17 год. 2017. Ну, 2017, я думаю, никто не перепутает. В Харькове делай, у нас полнолуние. Не толкни треногу, Саня. А, красивая полнолуние. Так, человека на Луне видишь, да? Угу. Лицо. Как называется способность человека видеть какие-то лица каких-то хаотичных кляксах в тестах Роршаха, а сейчас подожди, вспомню. Пареидолия. О, пареидолия. Да, способность видеть. Когда тебе на машине кажется, что это лицо человека, знаешь, фара вот это. Да. Ладно, сейчас не об этом. Пареидолия. Вот это у нас, значит, левый глаз сейчас на экране. Это у нас море дождей. Море дождей. Вот этот пупочек, смотри, видишь, внизу экрана, называется в правой части. Кратер. Точно, кратер называется, уже. Называется как он? Кратер Тихо. Тихо, да, датский ученый такой, кратер Тихо. 85 километров он диаметром. Да. И еще, ему уже 110 миллионов лет. Ну да, он постарше даже меня. Это точно. Да, буквально на 110 миллионов лет. Ага, мелочи. О, смотри, как он. О, смотри, его красиво, как раз он края экрана касается. Так, Луна движется. На треноге стоит фотоаппаратик. А вот эти мои касания, да, потому что 200 крат увеличение. Любое малейшее движение сразу отображается. Смотри, вот эту полосу видишь? Ну, сейчас пойдем. Если холодно, надо идти домой. О, вот эта белая полоса посередине экрана. Видишь, разделяет, да, море ясности. Это как раз выброс море вещества. Белая полоса ясности. Белая полоса ясности. А справа, по-моему, море спокойствия. А там где-то есть море холода, и сидит, судя по всему, ты от него и замерз, да? Наверное. Не толкни. Ну пускай идет, господи, красотища какая. Записал? Записывается. Сейчас движение Луны как раз видно. Удачно просто получилось. И дожди лили, господи, уже задолбали. Эти дожди, и вот только часик назад образовалось окошечко такое. Движение Луны по экрану — это как раз движение Луны относительно Земли, вращение Земли. Нету у нас ветра, нет у нас никаких колебаний, вообще великолепно. Если бы ты еще не шуршал этими печеньками, вообще прекрасно было бы. Я жрать хочу. Бывает. Красавица. Да, господи, как же запомнить этот термин. Пареидолия. Ты в кадр хочешь попасть? Иди, зайди назад. Все равно не видно будет. Да, вот этот вот кратер 85 километров, как я и сказал, да, а на экране совершенно хорошо. Сынуля, замерз, пора текать. Харьков, 4 ноября, 17 год. Это у нас уже облака там, что ли, находят. Ну да, облачка. Ну ладно, на этом мы закончим.